Добрый день! В эфире «Мир наций» – ваш гид по мультикультурной жизни сибирской столицы. В этом выпуске обсудим важные вопросы на Всероссийском форуме сообщества, посетим торжественную церемонию подписания плана мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии, а также примем участие в 8-й городской научно-практической конференции школьников и студентов братских народов «Союз вековой» и поздравим с юбилеем Регинальда Цильки, а также погрузимся в дни бурятской культуры. Форум сообщества – открытая площадка для знакомства, обмена опытом, взаимодействия гражданских активистов с представителями органов власти и бизнес-сообщества. В этом году региональные форумы проходят в Липецке, Казани, Петрозаводске и Москве. В апреле наш город стал первым в списке проведения форума. Этой весной Новосибирск стал центром проведения традиционного форума Общественной палаты сообщества. Тема первого в этом году регионального форума – «Стабильность и защита. Векторы новой социально-экономической политики». В рамках форума открылась площадка «Год культурного наследия», где спикеры со всей страны обсудили вопросы по актуальным проблемам нашей жизни. Наша данная тема, секция, она в двух частях состоит. Мы говорим о реализации стратегии государственной и национальной политики и участии нашего этнокультурного сектора в реализации года на поддержке национальных культур в нашей стране. И здесь есть и большие задачи теоретические, и конкретные проекты, конкретные механизмы реализации. Участие в форуме сообщества принимают гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители бизнеса, муниципальной и региональной власти, а также журналисты. Проблема в том, что сейчас информационное пространство очень здорово изменилось. И если раньше можно было все время пенять только на традиционные СМИ, то сейчас от того, какое оно, вот, это зависит от каждого участника, потому что мы все стали участниками этого информационного пространства. Как рождается фейковая информация? Она рождается сначала в социальных сетях, потом в группах, и дальше она уже ретранслируется в традиционные СМИ. Традиционные СМИ не могут игнорировать то, что поднимается волной в социальных сетях. Это для нас уже источник информации. И поэтому очень легко вбрасывать через вот эти вот структуры. Сейчас в нынешней ситуации это очень важно, чтобы мы все-таки пользовались проверенной информацией и опирались на действительные факты, а не придуманные. Поэтому мы даже целую статью выпустили на нас, акценте у нас, консультации юриста, что можно, что нельзя, и какие реальные сейчас изменения произошли и в Кодексе административной ответственности, и в Уголовном кодексе. В этом году региональные форумы сообщества также пройдут в Казани, Липецке и Петрозаводске, а заключительный состоится в Москве в начале ноября. Мария Токарева, Яна Скоморохова, «Мир наций». В Новосибирске прошла торжественная церемония подписания плана мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви и мэрии города Новосибирска. План мероприятий подписали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. На протяжении 20 лет в Новосибирске проходит торжественная церемония подписания плана мероприятий по поддержке духовно-просветительской и социально-благотворительной деятельности Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви и мэрии города Новосибирска. Сегодня епархия Православная Церковь занимается в том числе и нравственным воспитанием, прежде всего, молодежи. Есть возможность сегодня работать с молодежью и в школах, и нешкольные занятия. Не скрою, я был в семинаре, знакомился с опытом работы. Скажу, что такого очень высокого уровня учебное заведение. Поэтому сегодня для нас очень большая задача, которую мы совместно решаем. Это воспитание достающего поколения, воспитание в целом общества и достижение вот этого единства, особого единства, которое всегда наступает в трудные минуты для нашей страны.
Новосибирская епархия проводит серьезную просветительскую и социальную работу в нашем городе. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим выделил несколько важных социально-благотворительных проектов. Нельзя сказать, что этот важный, а этот не важный. Помощь населению важна? Важна. А помощь наркозависимым важна? Важна. А помощь больным людям, которые мы хотим оказывать безвозмездную помощь, это в Академгородке, дом Милосердия, важна? Важна. А мы планируем в этом году на первом этаже сделать уже, чтобы люди могли приходить и бесплатно им оказывалась помощь, такая медицинская. Помощь паллиативным учреждениям важна? Важна. Вот. А помощь бывшим осужденным? Ну вот как сказать, это важно, это не важно. Все важно. Все важно то, что делается в помощь человеку. Мария Токарева, Анастасия Цупищук, «Мир нации». Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, профилактика экстремистских настроений в информационном пространстве, а также создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся – это цели 8-й городской научно-практической конференции школьников и студентов «Братских народов. Союз вековой». Сохранение национальной литературы, семейные ценности народов России и проблемы социокультурной адаптации мигрантов. Эти и другие темы удалось обсудить на 8-й городской научно-практической конференции «Братских народов. Союз вековой». Организаторами конференции выступили Ассоциация национально-культурных автономий и национальных организаций «Содружество», а также Новосибирский государственный технический университет. Сама тема говорит за себя. «Братских народов. Союз вековой» – это о братстве, о народностях, об этносе. И очень важно, что ребята выбирают для себя различные темы, изучая свою родословную, какие-то примеры истории города, области. Участниками конференции являются ребята-школьники, вузы, лицеи, колледжи. На участие в конференции было подано около 70 заявок. Это школьники и студенты со всей Новосибирской области. Александра учится в колледже искусств. На конференции участница поделилась своими идеями создания межнационального клуба как способа взаимодействия. Я участвую не первый год. В прошлом году я освещала тему традиции музыкальной корейцев, представителем которых я являюсь. В этом году мне пришла идея создания межнационального клуба на базе нашего колледжа. Вот, для поддержания межнационального диалога, обмена культурами и, в принципе, возрождения традиций. О возрождении традиций рассказывает и другая участница. В своем докладе Анна поведала об обрядах коледования, которые проходят ежегодно в ее колледже более 17 лет. Коледование происходит так. Мы делимся некоторыми группами и ходим по разным кабинетам. Забиваем колядки, поем, вводим козу. Вот. За что мы получаем обильное угощение. После того, как мы поколедуем, мы садимся за стол и начинаем пить чай. Мы так поминаем усопших не только своих, но и предков тех, у кого мы коледовали. Я считаю, что традиции, которые были раньше, их нужно соблюдать, и чтобы они не уходили, потому что раньше было и интересно, и весело всем, а сейчас, если это уходит все, и уже становится не так интересно жить, грубо говоря. И таких эмоций просто не получаешь. Если поколедуешь сам, это уже какие-то ощущения. Когда это понаслышке со стороны, то не очень как бы. Современная лезгинская национальная литература, проблемы изучения и сохранения культурного наследия представили учащиеся Новосибирского военного института. Конечно, современная литература лезгинская, она достойна общей литературы на общем фоне. И много есть авторов, писателей, которые поддерживают эту литературу и создают свои произведения на нашем родном языке, что очень сильно радует меня, честно говоря, о том, что не теряется наш язык и сохраняется в нашем народе. Мы хотим показать, что такие вот на языки, как лезгинский, аварский, они сохраняются на протяжении многих лет. Их передают наши деды, отцы из поколения в поколение, изучают в школах там разные стихи разных поэтов. И мы, будучи на этом конференции, хотим сказать, что лезгинский язык также есть национальный язык Дагестана, один из основных. О нем говорят
многие, половина даже Дагестана. И хотим показать, что есть традиции, которые нужно сохранять в своей национальности и обучать своих детей, потому что свой язык нельзя забывать. По итогам конференции будет издан сборник материалов с тезисами представленных работ. Все участники конференции получат бесплатные экземпляры на память. Мария Токарева, Анастасия Цупищук, Мир наций. Ученый с мировым именем, доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета, почетный доктор Берлинского университета имени Гумбольдта и заслуженный деятель науки Российской Федерации Регинальд Цильке в этом году отмечает 90-летний юбилей. Человека, который внес особый вклад для общественного движения российских немцев, поздравил и Мир наций. Ученый с мировым именем, заслуженный деятель науки Российской Федерации, один из основателей общественного движения российских немцев. Регинальд Цильке в этом году отмечает 90-летний юбилей. Свои поздравления Регинальд Александрович принимает в Новосибирском областном российско-немецком доме. Я не ожидал, когда моложе был, что я долго поживу, потому что у меня был и туберкулез, у меня все болезни были. Я все живу и живу. Ну, во-первых, у меня сила воли, вера в свои силы. Эту веру я, эту силу я использую. Больше работать, больше учиться, больше знаний. Тогда интересна будет сама жизнь. Всем я сказал, чтобы никто из вас, кто сегодня здесь присутствует, не прожил меньше меня, меньше 90, все, чтобы больше 90 жить. В этот день поздравить Регинальда Александровича с 90-летним юбилеем спешат его семья, ученики и коллеги. Когда он дал согласие перейти на работу в аграрный университет, для нас уже это было событие. Мы знали, что это настоящий ученый, мы знали, что науку, которой он занимается, это одна из редких наук, в свое время была непопулярная так называемая генетика. И сколько ни было приглашений от бывшей семьи уехать в Германию, он не уехал. Он до конца, до 90 лет остался у нас в России и продолжал, и продолжает отдавать свои знания, умения именно нашей стране, нашей науке, нашим ученым. Регинальд Александрович – яркая фигура среди российских немцев Новосибирской области и всей России. Человек, который внес особый вклад для общественного движения российских немцев. Мария Токарева, Яна Скоморохова. Мир наций. В Новосибирске завершился фестиваль бурятской культуры «Таежная озерная степная». Фестиваль прошел в рамках Дней бурятской культуры в Новосибирске. Торжественное мероприятие осуществилось при поддержке правительства Республики Бурятия. Насладиться выставкой картин, попробовать традиционную бурятскую кухню, принять участие в уникальных мастер-классах и в мини-турнире по разбиванию хребтовой кости удалось и нашей съемочной группе. Фестиваль бурятской культуры – одно из масштабных событий большого проекта «Далекая Родина». Сколько людей живут в других городах России и мира, но при этом не забывают своих традиций, делают все, чтобы сохранить свой родной язык и культуру. Именно таким людям посвящен проект «Дальняя Родина». Мы проводим уже второй день Дней бурятской культуры в Новосибирске. Нас организовать данное мероприятие сподвигнуло, конечно, телеканал, бурятский телеканал «Селенга ТВ», которые к нам обратились с просьбой, или как сказать, посотрудничать по проекту, этнокультурному проекту «Холын-Ютык» – это «Далекая Родина». Они ездят по большим городам России и снимают о жизни деятельности бурят вдали от Родины.
Обычная ладонь против хребтовой кости – хэр шалган, национальный вид спорта в Бурятии, который имеет тысячелетнюю историю. Как говорят участники, это своего рода мини-олимпийские игры. Культ костей имеет важное значение для народа. К примеру, тут же играют в национальную игру шагай-наадан, которая входит в список нематериальных сокровищ ЮНЕСКО. И это не просто народная забава, это целый пласт культуры, за которым стоит давняя история. Получается, играет мне минимум 2 человека. Бросаем и считаем, определяем очередь. Считаем мы вот такую косточку в таком положении. Так, косточка в таком положении называется фоним овца. Дальше мы бросаем и должны сбить их. 2 одинаковые. Очень аккуратно. И забираем другой рукой. Одинаково. Все. Если мы не попадаем, значит ход переходит к другому. Здесь любой желающий мог проверить свои знания и силы, погружаясь в бурятскую культуру, собрать мозаику с пейзажами Байкала, научиться каллиграфии и пройти мастер-класс по декоративно-прикладному искусству или поиграть в народные игры. В общем, найдется увлечение для каждого. Также ни один посетитель не мог пройти мимо бурятской юрты, которая является не только жилищем, но и хранилищем традиций. Поскольку, бурят это относится к монголоязычным народам. Вот, соответственно, письменность, которая монгольская письменность, она также активно пользовалась и бурятами в свое время. Поэтому я считаю, что это очень важно сохранить свой язык, передать эти традиции следующим поколениям. Также я хотела бы, чтобы люди, которые живут в Новосибирске, познакомились со своими ближайшими соседями. Всех гостей сплотил йохор – культурный феномен бурят. Это сочетание пластики, мелодии и ритма телодвижений. А завершился фестиваль выступлением ансамблей. Национальные бурятские танцы под звук природы позволили зрителям почувствовать дух и колорит народа. Также концертную программу украсили солисты государственного ансамбля «Песни и танцы», «Степные напевы». Это исполнители, приехавшие из Усть-Ордынска и Северобайкальска для того, чтобы погрузить каждого зрителя своим горловым пением в бескрайние степи и кочевой образ жизни народа. О других значимых событиях расскажем уже в следующих выпусках. Ярких вам дней и до встречи в эфире!